блядь. Вон, у вас есть это. Где он? В смысле? А я уже наводил на кнопку обмена. Молодой человек, мой таргет. Вот его отсылаете. Подрубаю стрима, короче. Ой, блядь, тут макроса нет на это, на Дискорд. Маленький, но скиллованный алок. Возьмешь 245. Ну, слушай, варлочики, в принципе, могут добавить. Надо. Он слишком маленький. Ну да, 245 слишком мало. А с другой стороны, варлоки даже маленькие дамажат, это, блин, ну, тут сейчас, знаешь, я сама охуела. Кого, блядь, 260-х добрали, а больше, чем уверен, у кого-то из них чарок не будет. Ну, так, по-любому. Сейчас, значит, буду платно чарить людей. У меня реги есть. Вот, даже вот лог, который я взял. Демон. Вроде, блядь. Ага, вот, уже на перчатках. Нет, у них хуя чарки. Всем привет. Здорово. Ни на голове, ни на плечах нет. Спасибо, планета. Голова это, блядь, надо репутацию качать. 27 к духу, блядь. Вот, как ты живешь? У него 232 ноги. Че, с чем живешь? С таким большим оманом и такими маленькими дебафами. Ни одной профы нету, блядь. Сука, тут алики. Ты боишься, иди раскидай их. Я бегу, нахуй. Так, ребята, разворачиваемся, выходим там, спасаем нашего товарища. Не, меня еще не заметили, я в коте исчез. У вас шкаф есть в инсте? Да, да. Есть, но мы не ищем легких путей, пошли, блядь. Нахуй не нужны, время на них тратить, идите, снимайтесь. Продайте этого шамана, блядь, куда вы бежитесь? Кидалы. Два хила побежали, блин, драться. Ой, давай. Короче, вот этот лог, который 252, он топ-шмот не ролит. Если чё. Сейчас ещё за остальных посмотрим. Ну, топ-шмот нет, а какие-нибудь там тапки, блин, ему как раз самое. Что за тело добрали? Ликвидутор. Ликвидуктер. Сука, блядь. Талантливый. В смысле, ретрик? Да. Проверка на сумму. Здесь, так, короче, стопаю спамер. Сравнил наш килл и стаи. Наш намного прикольнее смотрится по исполнению. Блять, я в форме, думаю, хули не сумманится никак. А вы с каким ДБМом бьете? Я без ДБМа играю. Тоже без ДБМа. Да я им... Нахуй надо, это хорошая тренировка. Я с руки печатаю им, блять, объявление рейда, нахуй. Ну. Всю жизнь так делаю. Блять. Ну прикинь, я ролила, короче, пугами их, маленькими пугами. Я умудрялась. Хилить, в ОР командовать, привет. Упсики, скиньте Дискорд еще раз, может там два тела не увидели. А мне в лоу копировать. Я смотрю, 20 тел есть, еще 5 надо. Скопируйте кто-то там. О, нормально там, скопировали. Меня смущает одна хуйня. Почему? Ребята, учтите, кто вот сейчас 250-й, вас добрали, вы плюсанули, блядь, вот я вас осматриваю, у вас нету чарок, вы топ-шмот ролить не будете. Ладно, вот ШП будет ролить, он, блядь, весь зачарен. Ну, блядь, нет, он не весь зачарен. Так тебе. Что на трэше придется чариться, да? 7 к сопротивлением на плечи, охуетительно. Ну, слушай, плечи это все-таки, ну, дороговато вещь. Вот то, что у него тапки не зачарены, хуёво. Так, Хант пишет мне с PvP-шмотом. А чё там с PvP-шмот? Ну я вижу, а я не вижу. Плащ. И всё вроде. Ну плащ, пояс. Да это хуйня. Этот, не дробя. Блядь, звёздочка, ты тут? Ебаный в рот, хуй прочитаешь. Не дробящая, шутим. Комбат, комбат. Ну, да нахуй комбат этот, блядь. Ну да, понимай, давай там. Уже. Да похуй на бой, блядь, релогнись, выключи игру, включи.
тебя как бы в инсте надо. Так, кроме пятой пати, у кого есть спек хила, плюсните в рейд, пожалуйста. Тебе я имел в виду спек. И танки тоже плюсните в рейд. Ты уже заранее, до начала рейда, на Синдру задел? Или что? Ты даешь рулич мод ШП, у которого на груди чарка 8 статы, а мне с чаркой 27 лух не эд. Переведите, пожалуйста. Человек, который написал только что в личку войду, про то, что не ролите шмот, говорил не он. Не ебашьте человека просто так. Если вы не различаете по голосам, пишите в общий. Кто это писал? Трэш, пуляем. Разберемся нахуй, меч какой-нибудь. Это просто, короче, я тыкаю, тут омоложение, буйный рост, очень сложно. Уважаю там, блядь. Башу голос. Слушай, у меня один спел, хочешь я побазарю? Хочешь ты базар, кстати? Я вот уже неделю не общалась ни с кем, кроме мамы. Мне вообще вот попиздеть за милую душу. Давай. Попизди. Чё, то есть... начинай пиздеть или что? Да, то есть говори там, ты туда, ты налево, ты направо, блять, быстро бафни каску, долбоёб. Хорошо. А я присоединюсь там, как к Синдре раскачаемся. Я очень хотела спросить, почему нет приста бафа, поняла, что я прист. Ну, короче, из меня хуёвый рол сейчас получится, подожди. Там мне рыба есть, я кормить смогу. Нормально, все живы. Подожди, у нас что, два протовара? Воет, ты ёбнулся, кукусик. Так, этим заходи. КМС, по кому даешь бдилку? По кому надо. Кидай по планете, а не дробящие, кидай по пульте, пульте, чё стесняетесь? А планета это кто? Инопланетян. Там немножко другая фича. Звездочка, кидай бдилку на простю, простя топ ДПС, а кружок кидай бдилку на звездочку, потому что звездочку всегда будет кто-то пиздить, и у тебя откатывается таунт, когда ему поебалу дают. Вот. И ты будешь откатывающимся таунтом лишний трэш, который у вас не получилось удержать, забирать на себя. Так будет самое время. Ну пускай будет так. Бля, то вторая волна, ты мне уже нравишься. Но это на трэше только. Ну понятно, да. Какая волна? А, хуй знает. Второй пол трэша, это он имеет. Короче, блядь, я так понял, надо попиздеть с вами. Да нормально. Давай налаживать коммуникацию. Кокон разбивайте. Вот ты, наверное, каждый день жалуешься, что у тебя 2 часа ночи в это время. 2 часа ночи это еще вообще не время. У меня тоже 2 и ничего. Да вроде висит. Вот лапу не вижу, единственное. Лапу бафнить, алё. В конце концов, вы будете слушать меня. Сейчас, короче, к боссу подойдем, напишите в ПМ, кто ролит на успех. Ты сильный, друг. Я на хуянка пароля можно? Пароль у кого-то за 10к голд на весь тим. Авансом за ролл 3000. Выезжаю на
Слева рога. Рога. Ну ты шкодник. Уважаемые товарищи маги, поставьте, пожалуйста, столик для бомжа ДЦ, который пишет. Секунду. Не срочно, после этого долбоёба. Сейчас долбоёб. Он ебучку срежет. Следующий собьё. Войт, ты по КД регенки накидывай, и больше ничего можешь не кидать. Регеночки, омоложение, да, нормально. Как достаточно, спасибо, всё, приятно. Прошу. Так, кто, блядь, жирная жопа, ну? Какая панель? В хилботе он у тебя должен. О. Не, ну, в Вуду кнопок меньше. Мой предвзятый вкус. Слышь, сам хил, инер, кинь. Ищи, блин, стой. Хорош. Не допиздили, тихо, не надо. Играйте через метки. Так, ладно, теряй. Веточкой, давай, еби его. Кротовары буйно растут, соответственно. Так, уважаемые маги, столик. Так, короче, у меня есть 14 рыбок. У меня есть рыбки, если что. Синдрей на профе можно по разу вайпнуть туда. Спамер-то, может, еще включим. Да, дружище. Ты чека. Все, погнали. У нас один шумен, давай, заряжай. А чё по Гере? Блядь.
Ну-ка по сторонам, блин. Нормально, отдыхай. Ебал. Угу. Больше огненного роста тыкай. Давайте назад, назад под босс. Вы что, охуели? Полипал, забеги под босс. Я сейчас спикнусь. 8к ДПС. Как на 230 локе, только на 270. С конта запиши, стоите. Держи в курсе, солнышко. И инер закидывает, не усни, не забывай. Дали, как я да. Вот руки убил. Ой, как я этот пояс хочу. Так, кто там дает 5к ДПС? Я. В принципе, кого я и добрал. Лок да нет. 6. Прист 6. Есть. Короче, слышишь, недробящий кинь по Ice Inside of Deal. Он там страдает. Угу. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи... А, да этот Аркадий, да, с 27 духу на сапогах? Ебану. Уебите от помощника. Бля, он в эвейде. Во, нормально. Посмотрите на так, свои я руки. Его срываю. Задумайтесь над нелепостью их строения. Напуливайте там на танк. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все. Короче, блядь, танкую. Ну смотрите сейчас, блин, те, кто это самый низкий ДПС, вместо хила будут стоять, чекать, кто не уворачивается от... Тем скорее выберите иной. Тактики знают, блин. Бдительное бабье око. Сейчас дождусь. Начинайте слева, да, потихоньку. Только не надо на лестнице его держать. Снизу, снизу. Да, блядь, куда ты идешь? Внизу стой. Кажется, повиноваться будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. С правой стороны дальше бейте. Нормально, помощник, наметь. Так он, смотри, как издали хуярит. Дай устан. Я тоже могу. Сейчас, смотрите. Ля. Давайте черепок. Потом ту пачку.
слева спулили, аккуратнее. Играйте через прислужника. Бля, он в эвейде. Играйте в большого, вот который снизу лестницы. Надо нормально делаем. А нихуя удержит. И так маны нету, подожди. Не надо энергии, поэкономьте. Так. Да пусть жрет, пока мы можем спулить. Будет жрать, мы пулить. Там дамага особо сейчас не будет проходить. В ближайшие 10 секунд. Куда жрет? Ой, ты не забудь, что с тебя контроль в том числе. Трэш выше. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Инопланетянин выйдет. Но ты не в силах противиться моей воле. Вару-вару склон. Пушками. Те, кто справа бьет молов, убивайте сначала кастеров, а не в милика вдавливайте. Не знаю, я мультидотаю как долбоёб, не похуй. Прими это благословение и покажи чужакам... На него сорвался моб. Где контроль воет? Слева, слева трэш бейте, блять, все вейдился один за лупа. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Инер сразу шторы тоже. Че, у нас третий трэш будет или что? Может переведем? Да, должны успеть, по идее. Не знаю, я без ДБМ, я не таймер. По идее, 12 успе... минут. Ой, 12 секунд. Контроль. Убьем. Перевели, перевели. Все, дайте нагреть. Чуть-чуть не бейте. 3 секунды буквально. Все, нормально, можно. Что, давайте Геру. Да, можно.
Нормально все фуловые хилы, я бы сказала. На все воля господина! Ваша смерть неизбежна. Хуя. Нету осколка, блять. Зато есть баешка. Кто-то пизднулся. Места мало, что он тут, да? Можешь у меня пихать, у меня места больше. Можешь пихать в меня. Извините. А мы все понимаем. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию! Ну это я добирал из последних, из вагона. Это чтобы нам интереснее было, чтобы мы дольше это ковыряли. Время, деньги, друг. Сила и честь. Мы наоборот. В меня шмотки можешь класть. Дайте, пожалуйста, лапку.
Шаурфангом! Справа пушка пустая. Пушку займите. Ну я села, потому что, а чё, блядь, такое? На следующий раз сядешь. Слишком много радости было от Брентроля. Ничего, сейчас сядет, нормально, тихо. Да вот он прыгает, все нормально. Сейчас сядет. Если будет писать, сейчас, блядь, дольше садится. Летает. Вот, сел в пушку, все хорошо. Не обижай ребенка. Я такая. Давай по два мага постоим, вроде нормально. Так, а кто Мародина впитывает? Кого, если что, сказать? Дружочек. Дружочек. Дружочек, хорошо. Буду знать. Буду, если что, тебя спасать. Ты кричи, когда хуёво, я буду... Да когда хуёво, я ШВ прожму, это требует, чем. Кричат. В смысле? Ты меня недооцениваешь? Ну ок. Чё, стоим, да? Точно. Но я не сидел там, я понимаю, что делать надо, я не сидел. Я лучше профа положу, просто, блядь, ваш тот дядечка доебался до меня нахуй. Сказал бы, что там надо. Вон, не дробящая посидит нормально. Не дробящая шаг. В Дисе, если он пишет. Что ты тупые вопросы задаешь? Рядовой. Я не дробящую помню, шарящий человек. Ребят, полетели. Полетели. Он умеет, я могу сейчас. Я его помню. Ну, я не его, я помню, танчил при мне и хорошо танчил. Шарит. Это он намекает на то, что отъебись, он танчит. Совет первый, смени про товары на любой другой нормальный. Да отстань ты от него. Удали его. Вот, да, иди и найди жену, детей. Вот, охуенный совет. Надо улетать будет. Работу нормальную. Отстань, первый совет, слушай. Я, если честно, прям вот чувствую. Ребят, полетели. Ебитесь, брат. Сегодня вот, блядь. Это он еще вежливо сказал. Я перевела на русский язык. Отъебитесь. Не будет. Если вдруг случайно будет, можешь его смело кикать, потому что не кикнешь, не будет, я уверена. Слушай, он с нами ходил, с тобой же. Что ты его не помнишь, это твои трудности.
Сюда же, блядь! Ебать, я красивый. Он регулярно в твои рейды ходит вообще, не знаю, я человека вижу уже далеко не первым. Почему ты его не помнишь? Хуй его знает. Причем хорошо танчит, потому что ну, к нему нет претензий, видимо, поэтому ты его не помнишь. Ну что, покормите вас, блин. Че там, нет оскол? Ну, типа, пожрите рыбки, блин. Мясо бросила, блин, на пол. Минуту отойду. Сука, где осколки? Что-то не везет, да? Знаете, рыбу, а дали уже, окей. Рыба, сделайте повара. Палы, кулак повару дайте, пожалуйста. 300 баф, лапа. Парни, есть у кого багровый рубин в рейде? Прям вообще фасту. Я здесь, чтобы забрать его тело. Да, это чё, по-моему. Нахуя мне, Боб? А чё упало с кораблей, Линкольн? Назвали его Дранош. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я, и мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик, ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно короля меча? Геру. Не дробящий, он от зависти. Геру дайте. Во, правильно. Отдавай, снимай. Когда у меня на престе, на моем основном персонаже, на основном спике будет Т5, блядь. Нет, у меня, не поверишь, приор есть, наверное, даже больше какой-нибудь Матеолы, но... меня нет обычно. Или меня нет, или я есть, но не падает. Ну, это очень мерзотный токен, просто мерзотный. Взяли все классы с мультиспеками, блин, и запихали. Вар, забирай. Ну да, никому нахуй не нужно. Забирай.
А настроенная скада хуяда, по-моему, только у наших была, которую делал. Потому что абсорб про товаровский абсорб в нормальном аккаунте или скаде, он будет с ДЦ-шным абсорбом курировать. И, как правило, приписывается к ДЦ, если переделаны. Угу. Либо не засчитывается, Т5 там, блядь, вообще через писюн работает в кадах. Каску на танк отдал кому-то, не? Готов тебе место освободить. А я кружочек. Пиздец, какой низкий ДПС. Хуя не прокнуло. Чат битый. Т9. Чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Планета, тебе рыбку надо? В смысле, там рыба стояла, я даже сказал. Я ж ставила рыбку. Рыбуса. О нет, давай я перед боссом поставлю. Кстати, там нету войт осколка-то. Я что-то не чекнул. Не было. Ну да, да. Чё за залупа? Почему с одной обычки 8 осколков, а с другой, сука, 0? У меня не такое же, ты чё? У меня типа 251-я. На ловкость. 8. Посмотри еще раз, 251-го у меня. А вот нормально, у второго пала у него типа бисовый. Слушай, ну у него с этого, такого, с острова бисовый. Спасибо. Это было не отдай ему? Или ну отдай ему? Да, из-за шеи, точно. Спасибо. Да, забирайте. Да, да, да. Я подставила кармашку. Надо все неплохая вещь. ДЦ с духом. Я. Плюс убиван туса. Да ты мне отдай лучше. Восьм проешь. Угу. Сдохнет тихо. Ну, мне прилетел был планету спасти.
Забери запись собачки. Не, на шторы душ сосет. Я иногда у него успеваю что-то отнять, но в целом мне не очень надо. Пусть собирает. Сильно. Это талант. У меня такого нет. Таланта. И чешки тоже. Талант. И тебе ее, конечно же, не отдали. Кстати, не отдаст. Понятно. Ну, я ее себе кидаю, то она в шмотках не отображается. До свидания. Ловушка, ловушка сзади. Вторая, блядь. Давайте там, ретрики стан. Тихо, тихо. Нормально, жив. Блин, Войд, мне надо на твина профа убить. Что делать? Из 30-го ворлочка. Я не шучу. Чтобы в заломании-то забирать шмотки. Так. Планета рыбку обещала, на жри. Первую игнорим или сбегаемся? Чё, хуя? Да его нереально проебать. Mm.
На 8 заберу. Вжался, забираю. Да убьем сейчас. Частицу повесьте. Нормально удержу. Ой-ой-ой, сапожки. Да, сапожки хорошие. Ням-ням-ням. Я его даже чувствую. Да, они дробящие, наверное, это логично будет. Какая-то мразь перебивает мою ставку на совушонка на черном рынке. Мне надо срочно в Долоран, ребята. Сел целый бой. Я захожу, да. У тебя там про товар алкоголик. Хотя суббота, я не осуждаю. Говорит, 50 грамм агро выпьет. Наоборот лучше. Так у нас на полу есть. И слизни больнее делают. Ладно. Так кто на 8? Давай дробяшек тогда, босса. Дробяшек, ласково, да, чё? Завидуешь, ревнуешь? И то, и другое. Чему? Геру там сразу дайте. Можно Моса, героизм, ёбаный в рот.
диспел, дайте. Поебать. Ребят, не диспельте. О. Войд Дейнеры. Конечно. Вместо пула надо. Два щита повесила, минус мана. Конечно. Конечно. Усилки в интеллект, чтобы умнее оказаться. Смотрел, как какие-то чурки играли, они в десятке были, там слизни, короче, не водили, они на хилах стояли, еще на ком-то там. Короче, слизни не сводили, а держали там хилы. True story. Нормально, 8 хилов можно пройти. Да нет, кстати, они убили, но я что-то так посмотрел, я не знаю, как они справились. Пять стаков. Взрыв. Но мне кажется, у них там была не апнутая версия, у нас же шапнутая без бафа, и поэтому им проще было. Ты чё возвращаетесь? Пошли отсюда. Ужасные новости, народ. Гниломорд сдох. Но есть отличные новости. Он оставил море слизь. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Чё, сразу на профа или пойдем советы? После снега.